У них было так вот, обычно раньше во второй миссии у ребят они выходили, получается, и выбирали песню таблички по очереди. Здесь то же самое, никто не знал, кто в какую команду попадет, и их выбирали вот так, жребий вытаскивали. А, ну это да, это стандартно. Так. И вот, получается, Ирюта первый выбрал эту песню, вот он и выбирал, поэтому себе набирался. А в этом вокале? Классно. Так что? Whenever you are, это название песни, да? Да, я вот не знаю, вот эта команда или нет, но... Куно Джунки здесь. Ооо. Чик! Джунки! Он Джунки из команды Сурги? Да. Здесь еще Минхёк. О май гад, окей. Только не знаю. Может, вторая вообще. Здесь есть ши в разброс. А нет, вот это. А, у этого мальчика классно. Вот он выбрал его первым. Он отток. Это же тот, который на потанцовке BTS был, да? Который? Вот этот мальчик. Нет, кажется. А, я не знаю. Я знаю только что Рэм. А, нет, не Рэм. Я помню и не помню этого парня. Нет, это не вообще плохо. Вот, он стоит вот так. Девочки впечатлены. Хорошая команда. О, боже, что ты? Боже, какой он красивый! О, Рюша! Да. Ну, не скажу, что я впечатлена. I'm not impressed, but performance is good. Все. Нет, ну, голоса у них хорошие. У вот этого мальчика, я не помню его имя. О, здесь двое, да? Озава на Оки и на Каниши на Оки, да? Ну, тот, который первый начинал, у него офигительный голос, прям. Ладно, угу. Смотрим вторую команду, оценим. Там Кей, Кей? Он не умеет танцевать, я не знаю, насколько Райра, хорошо, да? Он поет. Сато Райра. Сато Райра, да, но он должен хорошо петь. Сато Райра мне нравится. Кто у них еще? А, Накагава Гинсуки там, да? Да. О, он же тоже хорошо поет. Нишина Томоя. А, Сузуки Шинджон здесь. Точно, это тоже нравится. Да, миленький такой мальчик. Tonight.
Это гельская, да? Да. Да, голос классный у нас. Когда они все вместе пели? Да. Или мы пропустили это? Нет, по-моему, он только вот со всеми пел. Такой. А, прелесть. Окей, где твои партии? Ну... Как бы на фоне той команды это... Нет, в целом хорошо спели, очень душевно. Может быть, даже более душевно, чем та команда, потому что у той команды, по-моему, такой был больше акцент на вокале, на силе голоса. Ну, как-то они там такие высокие ноты брали. Эта команда такая более, у них такое более душевное выступление получилось. Вот, у Гински очень приятный голос. Один минус не было Кие. Я бы хотела послушать, как он поет, но, к сожалению, без этого. Вот. Даже не знаю, какую команду бы я выбрала. Но, наверное, все-таки первую команду. Они как-то, они все пели, и у всех голоса такие хорошие. Поэтому, хотя в обоих командах очень, очень хорошие мальчики, талантливые. Вот. Ну, как-то так тоже. Нету такого вау. Например, как с командой Масанами. Ну да. Там вообще было супер. Да. Окей. Okay.